На видео очевидцев Шереметьевский проспект. Его загрузили в один из местных интернет-пабликов. Комментаторы пишут, что вместе со снегом растаяла и дорога. Под лужей замаскировалась большая яма. В дорожной ловушке некоторые уже оставили пару колес и подвесок от своих авто. Как оказалось, ливневки просто не справляются с таким объемом воды, а коммунальщикам приходится не один раз выезжать на проблемные места подтоплений. Не лучше обстоят дела и с придомовыми территориями. Улица 5-я Калиновская. Здесь выйти сухим из воды точно не получится. На придомовых территориях за откачку воды отвечает управляющая компания. Однако в этот раз решили ограничиться лишь вот такими деревянными палетами. По словам жильцов, их двор затапливает четвертый год. С каждой весной воды становится все больше. Если раньше лужа заливала только один подъезд, то теперь таких жертв несколько. И это не худший пример. Здесь есть даже ливневка. Только вот, по словам местных, она уже давно не работает. А ее наличие напоминает только ржавая труба. Да, вот в том углу, вот так показывают, там ливневка есть. Но что, она засорена, она или чего? Вот единственное делали прошлый год, нам откачивали просто воду откачать, но она после дождя летом опять. А сейчас снега сколько было зимой, и вот, пожалуйста, да, тепло сейчас. И вот что творится. Уже до четвертого было, до первого подъезда, теперь уже до третьего дотекло все. Заявки на откачку воды может подать каждый житель Иваново. На муниципальных дорогах работает техника МОП СЖХ, однако придомовые территории остаются в ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Денис Воробьев, Денис Железов, телекомпания «Барс».